Привет! Сегодня расскажу немного новостей, касаемых нашего проекта «Хэппи». Напомню, мы строим гостиницу в Туапсинском районе в курортном месте Ольгинка. Хочу перечислить базовые плюсы. Первое. Проект строится по федеральному закону. Такие проекты всегда имеют три неоспоримых и самых главных плюса. Первый плюс. Ваш покупатель не может потерять свои деньги. До конца строительства и до передачи ключей денежные средства размещены на эскроу-счетах, которые открываются на имя покупателя в ПАО «Сбербанк». Второй плюс. Это невозможность не достроиться. Такие проекты с 2019 года имеют проектное финансирование, то есть всю стройку изначально кредитует и оплачивает банк. И третий плюс, возможно, не самый часто вспоминаемый, но самый важный, на мой взгляд. В таких проектах всегда присутствует проектная декларация, которая в открытом доступе размещена на сайте Минстроя Российской Федерации «Наш дом РФ». Что это значит? Ожидания и реальность в таких проектах всегда сходятся. Все, что вы видите на картинках, в буклетах и на макетах, всегда будет построено. Идем дальше. Проект находится в 120 метрах от моря, либо в 1,5 минутах ходьбы. Это небольшой компактный проект. 5 этажей и всего 116 номеров. Такая компактность – один из самых главных факторов для ваших инвесторов. Чем меньше апартаментов, тем проще поддерживать их высокую загрузку. Апартаменты в отеле «Хэппи» продаются с полным ремонтом под ключ, с мебелью, с техникой и даже с текстилем. А это означает, что вам не нужно будет ждать, пока вы и ваши соседи сделают ремонт. Сдаваться можно будет сразу после сдачи проекта. Кстати, по поводу сдачи. Мы идем по графику, и сегодня уже полностью готов монолит дома. Помимо того, что «Хэппи» – компактный проект, он также еще и очень быстрый. Мы будем сдаваться уже в конце этого, в начале следующего года. И получать прибыль можно будет начать с первого квартала 2023 года. Одной из основных проблем в апарт-отелях, которые возводятся на побережье, является то, кто и как будет этим управлять. Достаточно небольшое количество квалифицированных управляющих компаний сегодня действует на побережье. В отеле «Хэппи» будет действовать управляющая компания, которая также является ательером и будет осуществлять сервис доверительного управления для ваших клиентов. В составе проекта, помимо самих номеров, будет расположен круглогодичный подогреваемый бассейн, ресторан с большой летней террасой, спа-центр с хамамом и сауной, а также стойка ресепшена и лобби-бар. Все, что я перечислил выше, будет функционировать круглогодично, что позволит сдаваться не только в высокий летний сезон. И касаемо сдачи. На сегодняшний момент «Хэппи» — это самый современный и насыщенный инфраструктурой отель в Ольгинке. И земельных участков под застройку в первой прибрежной полосе просто не осталось. Это будет отель, у которого просто нету конкуренции на местном рынке. Здесь я часто сравниваю с гостиницей «Лавикон». Рядом с Ольгинкой, в 10 минутах езды, есть очень похожий курортный город Небук, в котором расположена 4-звездочная гостиница «Лавикон». «Лавикон» сдается летом по цене 25-26 тысяч в сутки и не заканчивает свою сдачу осенью. Например, сегодня, в октябре, мы можем увидеть номера по цене 8-10 тысяч за сутки. Почему так происходит? «Лавикон» — это хорошая 4-звездочная гостиница со спа-центром, с бассейном, с рестораном, но это далеко не лучший отель на побережье. Такая высокая заполняемость и такая высокая цена сдачи происходит из того, что у него попросту нет конкурентов. В Ольгинке мы строим похожий «Лавикон». И в конце хочу немного рассказать вам и вашим клиентам по моделям приобретения нашего комплекса. У нас проходят ипотеки всех банков, которые работают с апартаментами, а также действует система рассрочки. Система рассрочки звучит следующим образом. Сегодня покупатель может внести 20% первоначального взноса, при этом зафиксировать за собой цену и оформить апартамент на себя, то есть стать законным дольщиком. 30% он должен принести до конца этого года, причем это можно сделать одним платежом, а 50% до 1 марта. Ни на одном из этих этапов нет удорожания и процентов. И при этом на каждом из этих этапов можно воспользоваться ипотекой, тем самым сделав себе ипотечные каникулы задним числом.